В селе Осечки Савранского района в своей праздничной резиденции живет святой Николай. Там чудотворец исполняет не только детские, но и взрослые мечты. Любой желающий может посетить его канцелярию и пообщаться с местными феями, а заодно попробовать сказочные угощения от волшебных кулинаров. В гостях у старца побывал и наш корреспондент Александр Тарасенко. В этой резиденции любой желающий может написать письмо святому Николаю. Пойдемте посмотрим. Здесь можно написать письмо святому Николаю и поделиться с мудрым старцем самым сокровенным. Для этого в его канцелярии стоит волшебный почтовый ящик. Мы нацелюем детей на то, что насамперед треба попросити у Миколая здоровья для себе та своих рідних та близьких, а також миру на нашій українській землі. Путь к старцу лежит долгий, потому перед поездкой предлагают подкрепиться праздничной едой. А здесь волшебные кулинары готовят для маленьких мечтателей праздничные угощения. Это печенье в виде коньков-горбуньков, снежинок, елочек и не только. Уже третий год в местном лесничестве святой Николай исполняет самые заветные мечты детишек и взрослых. Для этого у него есть волшебные помощники. С одной стороны, важко, с другой и... Як заряд тебе є, енергії, значить, все гаразд. Спілкування з дітьми, багато дуже дітей і дорослих, у кожного своя енергетика. Всім одеситам, всім людям Одеської області, нашої рідної України, всім людям тепла, миру і благополуччя в новому році. Чудотворець ніколи не відпускає своїх гостей без подарків. Кожному свій сюрприз. Еще на территории резиденции работает ярмарка. В ней можно подкрепиться перед дальней дорогой, выпить ароматный глинтвейн и покормить сказочных питомцев чудотворца. На территории резиденции святого Миколая не только рекламируется Одещина, что є одним из главных приоритетов. Мы поддерживаем ту традицию, я повернусь, яка вже тут 300 років. І ми створюємо нову сучасну українську історію і відроджуємо українських національних героїв. Саме святий Миколай сьогодні має стати головним героєм Різдвяно-новорічних свят. Отметим, резиденция святого Николая откроет свои двери для гостей уже в этот вторник, 19 декабря. Посетителям обещают много праздничных мероприятий, концертов и мастер-классов до 19 января включительно. Александр Тарасенко, Андрей Диченко, 7 канал.